Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дед Сергей. И сегодня мы поговорим не о новом контенте Дома и Очаг, а о новеньком патче. Патч 0.202.19. Он вышел практически сразу после обновления Heart and Home. И что в нем интересного? В нем немного перебалансили еду, то есть отношение здоровья к выносливости. Та еда, которая дает много здоровья, теперь дает чуть больше выносливости. А еда, которая дает много выносливости, теперь дает чуть больше здоровья. Небольшой ребаланс после ребаланса еды. На самом деле, да. Вначале, когда бегаешь на одном жареном мясе, стамины совсем не хватало. Из интересного, это немножко уменьшили здоровье у фуллингов, и теперь их стало немного проще ошеломить. Исправили проблему с фильтрацией серверов. Вот очень хороший фикс. Лук теперь тратит немного меньше выносливости. И это прикольно. До этого лук жрал выносливость как не в себя. Далее немного исправили физику стенки 1 на 1. Они немножко криво ставились и были такие небольшие то ли щели, то ли зазоры, не знаю. Теперь этого нет, но все, что уже было установлено, придется переставить вручную. Кабаны теперь едят чернику, малину и грибы. Очень хорошо. Больше кабаны не привередливы. Ну и последнее, это немножко исправили китайский перевод. Вот в принципе и все. Небольшой патч, но довольно-таки полезный. Теперь играть станет чуточку приятнее. Вот в принципе и все. Если видео понравилось, пригодилось, то поставьте лайк. Если нравится канал, то подпишитесь на канал. Ну и все, друзья. Всем пока-пока.